Бить меня очень сложно, господин Канат Цыбанов. Поэтому не всем дается, как говорится. Это честь. И пусть этот диалог между двумя певцами не вводит вас в сильное заблуждение. Любовь у них только творческая. Правда, такой тандем выглядит довольно необычно. Так с чего началось сие сотрудничество? Все началось с желания Каната спеть со мной дуэтом, да, Шканат? Да. Затем, через некоторое время, мы определили песню и записали видеоклип. Причем сошлись они на общих интересах. Собственно, так и начинается дружба у всех людей. Мы с Канатом знакомы не так давно, но мы успели подружиться и успели как-то разговориться по поводу каких-то музыкальных, скажем, предпочтений, что ли, или что-то такое. И пришли к одному мнению, что мы хотели бы сделать так, чтобы песни Мурата Насырова продолжали жить. Из всего обилия песен, которые писал этот талантливый певец, трек «Чужая» предложил Канат Цыбанов. Дильнас сей выбор одобрила, и, собственно, в результате был снят клип. Мы решили как-то вот поговорить с Натальей, супругой Мурата. И вот эту песню мы взяли права на эту песню, на исполнение. И с большим удовольствием исполнили, и вот теперь вы можете наблюдать наш видеоклип. Поет гитара, что мы не пара, но жить друг без друга не можем, кара. Это грубое слово, мне не подобрать другого. И да, то, что в итоге получилось, понравилось всем, начиная от самих певцов и заканчивая подавляющей частью комментаторов. Немаловажную роль играет то, что в этой песне очень глубокий смысл. Сама мелодия очень красивая. То есть многие песни Мурата Насырова. Как многие знаем. Песни Мурата Насырова. А на сегодняшний день это большая редкость. Вот. И мы сделали в современной обработке. Ну, в принципе, мы своей работой довольны. И если вы эту премьеру вдруг пропустили и хотите окунуться в атмосферу романтики с легким налетом ретро, то милости просим на наш официальный YouTube-канал Gaku TV. Клип на песню «Чужая» доступен для просмотра 24 часа в сутки.